Отборочные соревнования первенства Республики Беларусь по академической гребле – важный этап в спортивной карьере молодых белорусских гребцов. Призовые места дадут возможность юным участникам представлять республику на международных стартах. В этом году участвуют 123 участника из 6 областей и команда города Минска отдельно у нас участвует. У нас проходят крупные лодки, гоняются, это четверки, парные. Четверки распашные и двойки парные. Месяцы упорного труда на изнурительных тренировках предшествовали выходу на стартовую позицию большой воды гребного канала, где каждый участник смог показать свою технику, выдержку, подготовку и, конечно, стремление к победе. Нельзя сказать. Ну, все сложное в данный момент. И силы надо, и выносливость. Ну, все, по чуть-чуть. Академическая гребля – один из самых сложных видов спорта. Кроме большой физической нагрузки на весь организм гребца, спортсмену приходится учитывать и погодные условия. Даже легкий ветерок, приносящий прохладу в знойный июньский день простому обывателю, для соревнующихся на большой воде может стать решающим фактором в победе. Ветер был боковой и немного сносило, а так, в принципе, все нормально. Вода нам помогла. И сейчас будем стараться в финале. По итогам двух дней заездов отлично себя проявили участницы из Брестской области. Так, в соревнованиях среди парных двоек Дина Галуц и Яна Цупа стали первыми, а бронза досталась Александре Кирикович и Татьяне Масальской. В индивидуальной борьбе в классе лодок-одиночка все комплекты наград завоевали наши спортсменки.